Книжка вийшла менше, ніж два тижні тому. Це не художня книжка, це щоденник Майдану. Але книжка не тільки про Майдан, книжка про життя щоденне людей під час Майдану. Ну, про те, як існував Київ, про те, як існував і Луцьк, і Чернівці, тому що тут є фотографії мої, в тому числі з Луцького Майдану, там де був великий такий синій плакат «Центральний ринок за ЄС». Там досить багато про моє село, тому що у нас було 36 жителів, які їздили за гроші на антимайдан. А на Майдані було, може, 4-5 інколи людей. Тобто це не Донбас, це Житомирщина, це практично на захід від Києва. Якщо ви не проти, можу вам просто зачитати маленький шматочок, щоб ви зрозуміли. 3 марта. Сніжок на асфальті, легке дихання уходящей зими. Всім утра із кухонного окна наблюдали объединенный патруль милиции и народной самообороны. Спокойно прошли они вчетвером по Рейкерской в сторону Львовской площади. Вчера Лиза рассказала, как что 20 февраля наш сын Тео подошел к ней и сказал: «Мама, я думаю, что я должен быть на Майдане, можно я пойду?» Лиза ответила: «Если бы ты был на 3 года старше, я бы удивилась, что ты не там, но тебе 15 лет, и мы все останемся дома». 2 ночи и 1 полный день в селе немного добавили силы бодрости. Ходил в субботу на сельскую почту. Думал купить водки хреновухи. Но в этот раз ее на почте не оказалось. Все остальные продукты, как обычно, подсолнечное масло, рыбные консервы, гречка, маргарин. А я так хотел купить на почте бутылку водки и почтовую марку. Попросить погасить марку прямо на водочной этикетке и потом подарить кому-то на память. Вдруг страна станет цивилизованной, и в сельских почтовых отделениях перестанут продавать алкоголь. Не верю. Что-то ведь должно остаться от прошлого. Правда, чем меньше его останется, тем лучше.